Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я получил посылочку, которая приехала мне с далекого города Петропавловск-Камчатский и от ООО «Сафари». Думал, успеют привезти до Нового года, не успели. Ну, хорошо, хоть спасибо Дарье, менеджеру этой фирмы, которая отправила в воскресенье, то есть уже перед 31 числом или 31 отправила. Вот сегодня я его получил. Это конвертик, в котором находится нож. Очередной нож, как говорится, Мора. Так, бандеролью привезли. Так, ну вот, это документы. А вот сертификат соответствия о том, что этот нож не является холодным оружием. Так, это я взял Мору, она меня заинтересовала, интересная такая моделька, посмотрим, как она в работе. Называется 132П, по крайней мере, я такой делал заказ, посмотрим, что находится в коробочке. Этот же он или нет, может, коробочка просто другая. Так, тут лежит всего. Так, вот ножичек. И теперь открываем. Да, я уже вижу по гринду клинка, это она. Опа, она такая. Мне под видео вот с этим ножом скинули ссылку, где можно купить вот такой нож. То есть не просто разделочный нож с маленьким подводом, с нержавейки или там с углеродки, а именно со сканди-спусками. Вот, я сразу туда по сайту прошел, посмотрел, заказал, оплатил. Остренький. Чтобы посмотреть, как он будет в работе. Смотрите, цвет такой клинка. Это вот из коробки. То есть здесь углеродка, углеродка. Не, не пачкается ничего. Но сразу хочу сказать, беря вот эти два ножа в руки, вот они. Здесь рукоять более цеплючая. Здесь прям вот она сразу впивается в руку и никуда уже не выскакивает. Здесь вот какой-то такой, смотрите, какая структура. Очень приятная, как мелкая какая-то, наверное, наждачка. Наверное, как 800-я, наверное. То есть очень цепкая и очень приятно лежит в руке. Вообще рукоять здесь, кстати, удобная. Взял я ее именно для сравнения с этим. Здесь вот структура более гладкая. Ну что ж, давайте вернемся к ТТХ клинку. Клиночек здесь очень, я так посмотрю, тоненький. Да, клиночек здесь 1,8 мм. Очень тонкая. Длина клинка. Длина клинка здесь очень удобной длины. Почти по, ну давайте по РК буду смотреть, и до кончика где-то 132 миллиметра, 133 длина рукояти, 130 по верхней части, 140, вот, ну если посерединке смотреть, 135-137. Ширина клинка 2 миллиметра, вот 22 миллиметра возле рукояти. Ну и здесь ближе вот к носику, где-то сантиметра 3 от носика, где-то 15 миллиметров. То есть очень хищный, такой интересный, короче, нож. Ну, сразу, что бросается в глаза, можно увидеть, да, ширина спусков
на этой стороне, ширина на этой. Они не симметричные, но я думаю, что это особой роли не играет. Нож заточен из коробки с какими-то там задирками там идет, но должен вам сказать, что мало того, что здесь канди спуски, здесь, если увидите, присутствует маленький микроподвод, то есть микроподвод, вот он есть, вот такого виде есть здесь, или это так может на свету. Здесь, по-моему, спуски почти он сразу идут в ноль на этом. Сейчас я возьму какую-нибудь нашу, возьму любимую палочку, вот такую. Вот такую газетку. Но режет, я вам говорю, это режет просто. Смотрите, какую стружечку снимает. Это можно строгать долго и нудно. И, кстати, строгать очень приятно. И в руке он держит, лежит. Ну просто класс. Ну теперь будем, чуть попозже я его загоню на работу и будем смотреть. Сейчас покажу вам. Вот сейчас. Вот такой вот получается срез. Очень ровный, аккуратный. Нигде ничего не задирается. То есть это из коробки работает нож. Ну вот это, конечно, мора. Ну прям вот чувствуется, что хочется чего-то резать и резать. То есть он сам по себе тонкий, с канди спуски. Либо это цвет такой, я уже слепой, ни хрена не вижу. Либо здесь действительно сделан еще какой-то микроподводик. У меня такое ощущение. Так. Где-то мы построгали, как там по методике Сергея Жирова. Сейчас вот в этом месте еще раз построгаю, может. Смотрите, как зарывается. Может, РК чуть-чуть восстановится. Ну да, чуть-чуть восстановилось. То есть что-нибудь. Все, да. Все замены, которые там были, они ушли. То есть срезает очень аккуратно и очень-очень приятно. Так что в работе, я думаю, что нож этот будет очень хорошая. Вот с этим я ножом, он у меня, как говорится, в продаже. Пока я с ним еще сейчас не трогаю ничего. Если вдруг не продастся, я хочу сделать наждачкой пройтись, сделать более шершавую рукоять. Так, по ножу. Нож обошелся сейчас. Вот, чтобы вам четко видно было, цена. Вот так вот. Это с доставкой 1208 рублей. Отправление бандероль первого класса. С доставкой на сайте сейчас нож стоит, стоит 777 или 770 рублей, что-то такое. Ну, у меня доставка, это где Санкт-Петербург и где Камчатка. Ну, в общем, мне нож обошелся в 1208 рублей. Но очень приятный. И думаю, резать будет он работы. Будет очень и очень агрессивно резать и зло. Насколько долго, не знаю. Но я бы выбирал там много разделочных ножей. Но, в принципе, меня Sandvik не интересует. Я именно брал вот с такими спусками именно углеродку. Ну, так как режет углеродка, вы все прекрасно знаете.
Ну что ж, однозначно, однозначно рекомендую его приобрести, потому что даже первоначальный рез, ощущение такого, чтобы у вас какой-то в руке лазер режет дерево, очень приятно, очень хорошо. Сейчас, секундочку, может быть даже, но пока не буду, да, не хотел канат взять, не буду я резать канат, потому что сначала его запущу по работе, потом уже будем смотреть стойкость режущей кромки на более таких вязких материалах, типа канат или еще что-нибудь. Ну что ж, вот такой, как говорится, быстренький обзор, распаковочка. Итак, это Мора 132Т. К ней есть информационный листок о том, что она не является холодным оружием. Такая приятная длина клинка, углеродка. Ну что ж, желающие приобрести, пожалуйста, ссылка на этот магазин будет у меня под видео. Заказывайте, пользуйтесь. Ну и делитесь своими мнениями, своими, как говорится, впечатлениями от работы этим ножом. Работать, я еще раз говорю, буду им чуть попозже, так как сейчас пока нет, другие дела у меня. Вот. Но в любом случае испытание будет пройдено. И будем смотреть. Вот такая вот ножны у него, видите, да, такие пафосные, чехол для ножа, все так красиво прячется, то есть безопасность на высшем уровне. На этом все, всего доброго, пока-пока.